Готовы? Соединяйте круг. О, привет. А мне сказали, что ты болеешь. Я болею, я не болею. Он болел. А, болел? Ну, я болел это. Все готовы? А, ну все. Надо это, к Владу подойти, у него там, как я обещал, ленточка и все там. Да он сейчас здесь, что? Сейчас подойди. В 3-й Б подходи, слышишь? А хочешь присевку вручить? Да! Она срезала круг. Видели? А не надо срезать. Так, поэтому Настя, один бежит внешне, другой внутри. Я разговаривала. Поехали. Начинай теперь ты. Пошла ведущая. Вот идешь. Объясняю. Осталось место. Я ей... На это место тот, кто этот шарфик кладет, бежит с внешней стороны, а тот, кто его берет, бежит с внутренней стороны. Кто первый займет, остается здесь. А кому не достанется, тот ведущий. Так, меня. Так, весну призываем, зиму провожаем. На любого кладете. Не важно, если... Он срезал отсюда, вот так. Не беги, а клади шар, выбирай. Кому выбираешь, кому? Ой, ну быстрее, вот. Дима, ты туда встань. Валера, на его место. Ран, Держись, ты чё? Аня, к тебе бы дали. Я еще дали. Да, Рома мне не дали. Ты хвостик. Зиму пропажаем. Зиму пропажаем. Весну встречаем. Господи, прибираем. Наступаем. Тём, не так. Мы поем, и вы поете. Все, кто был. Мы готовы. Пошли. Так, пошли.
проснули и Мила, да, Мила нам там, Мила. Нет, нет, бояря, она у нас такая. Ленивая. Давай, говори. Так. Бояре, мам, мы ее не отдадим, потому что малость ленивая. Она... Ура! Прошел, прошел! Нет, обратно.
Давайте Лизу. Пока все не встанут
на противоположную сторону. По очереди. Стали шире. Ребята, пошире встали. Уговаривайте, кто за сердце. Я за ним. Нет, по очереди вот так вот. Ну да, по диагонали. Бежи напротив себя. Ну. Подожди, по одному сначала бегут. Ага. О, правильно. Двигайся, что ты? Да? Хочешь тут болеть? Что значит, я скажу, как болеть? Там будет работа, белый. Ира, бери. А вот это хорошо. Катя, тебя выключить вообще? Нет, электрона нет. Итак, идут, начинаем в гости. Вы идете, угощаетесь с этого конца, а вы угощаетесь с того конца другой класс. Понятно? Все. Поехали. И так бегаете, передаете. Отдала. Она бежит сюда, не сюда. А ты там осталась. Вы слышите меня? Да. Все друг друга угощают. И посмотрим, что же с ним. Надя!
Так, а теперь послушайте. А теперь посмотрим, кто лучше в снегу валяется. А сейчас... Так, внимание сюда. Вы знаете... Меня не слышат. Из этого... Из этой команды нужен быстрый, ловкий, сильный. А мы болеем. Так, внимание, вот сюда пошел. Тоже сильный, ловкий. А вот представьте себе, как раньше же охотники ходили охотиться, к празднику нужно добыть было дичь, а дичь надо в лесу возил. А в лес-то лыжи тогда еще не были изобретены. И как тяжело было охотиться. Вот из первобытной общины в строе два у нас охотника. И к празднику идут за охоту. Но не думают, что они туда побегут. Они побегут по снежному полю. По бумерангу. И сейчас мы будем кто быстрее. Достали пячи, кто-то будет. Не слышала Елена Петровна, лишается блинов, что орал громче Елена Петровна сейчас. Так, и вы должны поднять. Значит, мы отдаем блины соседям. А вы кричите Артем. А мы кричим Артем. Запомнили? Кто первый добудет добычу, тот победит. Можно побежать. Так, добыча пошла. Надо хватить мяч. И обратно. Отбирать нельзя. Обратно. Давайте. Сильно далеко не надо. Куда дальше? Куда прям дальше в сугроб? Можешь его запнуть? Не, киньте. Одинаково встали. Встали одинаково. Да. Внимание, марш! Охотники. Ух ты, охотники, да, молодцы. Смотрите, как они правильно поступили. Это настоящие охотники. Разделили добычу пополам. Молодцы! Молодцы! Легко бежать. Еще! Максим! Девочек сейчас, подождите. Давайте, давайте. Ну ладно. Давайте. Давайте он закидыватель будет. Иди достань, я сейчас закину вам. Да, окей. Да. Что за окей? Русских слов нет, что ли? Окей. На спину не могу бросить. Ладно, ладно. Давай. Надо забрасывать или давай?
Давай. Так, метать. Ага. Иди сюда, остановитесь. Тут уж бегали надо, где целина непаханная. Стоп, 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 стоп. Ладно, подожди его. Молодец, молодец. Подожди его, по-братски поделите добычу. Давай, помогай. О, вот правильно, вытаскивай его. Правильно, молодец. Настоящий мужчина всегда помогает. Пополам. Вот это правильно. Ну давай закину. Молодцы, охотники настоящие. Молодцы. Живой. Дайте, дайте. Пошли. Давайте вместе, дружно, что молодцы. Добыча пополам. Молодцы. Молодцы. И еще и сразу видно, кто первый, но все равно молодцы. Второй. А вот как раз. О, ага, давайте, давайте. Не бегите, подожди. Так, сейчас куда он тут? О, а здесь поинтересней. Внимание! Ладно, добычу пополам. Помоги, помоги, смотри, тяжело, помоги. Молодцы, молодцы. Стоп! Молодцы! Добытчица! Охотничек! Что придумали? Царя говорит. Кто быстрее перелезет через овраг. Не считай! Слези! Да, вот там чище. А здесь лучше. О, валяшу в снегу. Ура!
Спасибо.